Винтовка пневматическая от компании Крал, она же СМЕРШ. Модель Крал СМЕРШ 100 R1 N06. N это что, нитропоршень получается? Ладно, чуть попозже. Компания СМЕРШ вообще российская компания, которая закупает продукцию, сами они, я так понимаю, ничего не делают, закупают продукцию либо у китайцев, либо, как в этом случае, у турков, и продают. В принципе, они хорошо понимают рынок, потому что сами из России, неудивительно, и поэтому, как правило, покупают самое удачное, покупают у различных гигантов, что Крал, что китайцы авроровские. Они достаточно неплохо делают винтовки, у них огромный опыт и порой даже делают лучше, чем наши, так что СМЕРШ это ок. Они тут даже немного пытаются в дизайн, какая-то веселенькая глянцевая коробка. Почему я обращаю внимание на коробку? Во-первых, как правило, подобные штуки любят дарить, чтобы не париться с упаковкой. Вот эту коробку я подарил, но никак не какую-нибудь там жевскую, хипстерскую, раздолбанную. Так что, окей, даже какой-то дизайн присутствует. Так, несмотря на то, что присутствует N, она вроде как не на нитропоршне, но зато они положили нам витую пружину. Дело в том, что для того, чтобы винтовку в Россию ввести, ее нужно ослабить. И здесь стоит такая пружина, которая порой пулю тяжелую и не выплюнет. Вот, поэтому они сразу кладут пружину, они молодцы, потому что некоторые почему-то перестали это делать. Так, ну и еще в комплект будет входить паспорт. Паспорт, опять же, весь на стиле, полностью на русском языке. Ну, то есть сразу видно человеческое отношение к потребителю. Это на самом деле хоть и мелочи, но очень важно. Так, сама винтовка, как видим, она, скорее всего, будет бюджетного либо среднего ценового сегмента. Выглядит достаточно интересно, по крайней мере, вот такого вот ложа, вот такой вот щеки я не видел. Я как понимаю, щека регулируется у нас. Да, чего-то нам маленько там шевелится. То есть по высоте щеку, щеку можно регулировать. Насколько это функционально, я не знаю. Ну, надо пользоваться, чтобы понять, но сама функция довольно интересная. Ну, ничего не дребезжит особо. Кстати, винтовка достаточно легкая. Легкая или на взвод? Ну, с такой пружиной, да. Очень легко взводится. Так, предохранитель. Я так и не понял. Он не автоматический. Ну, в принципе, меньше будет раздражать. Так, ложа пластиковая. С интересной такой геометрией. Здесь, где нужно, у нас специальные такие рифленые вставочки. Для того, чтобы в лапках это все дело у нас не скользило. Такие же вставки присутствуют и в районе рукоятки. Рукоять, она имеет вертикальную геометрию, то есть удерживать ее будет проще, чем там классическое ложе. Ну да, практически все здесь пластик. Тыльник резиновый, мягкий. Тыльник этот вы во время эксплуатации оцените, когда будете взводить, упирать в ноженьку себе, вы почувствуете, что мягкий тыльник – это замечательно. Также по поводу пластикового ложа, в бюджетных винтовках пластик – это хорошо. То есть каждый понимает, что дешевый пластик лучше, чем дешевое дерево. Данное изделие будет легче, выносливее, практичнее. В общем, для вот первой винтовки, которая вы хотите не попонтоваться и пострелять, это замечательно. Так, также здесь из интересного это прицельные. Во-первых, есть прорезь для установки на ласточкин хвост. Второе, это сами прицельные, аэрсайт так называемый. Разумеется, они регулируются и имеют фиброоптические вставки. За счет этих вставок свет собирается в пучок, и таким образом проще прицеливаться в условиях недостаточной видимости, там вечером при свете фонаря или еще что-нибудь такое. В общем, штука полезная. Ну и вот сама накладка. Я не думаю, что это звукомодератор. Нет, вот эта сама накладка, во-первых, на нее крепится, собственно, мушка, а во-вторых, об нее удобнее винтовку взводить. То у нас тут по финальной обработке немножечко какой-то задир есть на резинке. Я не думаю, что это критично. Но он есть, ну, турки. Турки никогда особо не славились там какой-то хорошей финальной обработкой, особенно в бюджетных винтовках. Так что, в принципе, ничего удивительного. Давайте, кстати, посмотрим, будет ли винтовка стрелять. Потому как я уже сказал, что покупая турка, либо какую-то винтовку сильно уж удушенную, как правило, они не стреляют. Так, где мои очечи? Да, очки обязательно. Защищайте глаза, у вас их всего два. Случилось то, что случилось. Значит, винтовка до 3 джоулей, и пуля у меня осталась в кабине. В принципе, ничего страшного. Где-то у меня был шомпол, который кто-то спер. Так, ну вот и случилось то, что случилось. В принципе, в этом нет ничего страшного. Для того, чтобы пулю извлечь, вам нужен какой-нибудь набор. Стоит он 300 рублей, и им вы пулю спокойно вытолкнете. Но вы должны понимать, что винтовка на 3 джоуля стрелять у вас с коробки не будет. И это важный нюанс при покупке. Обязательно заботьтесь.
тем, как вы будете винтовку усиливать. Ну, там уже такие. Ну, и подумайте о законности всего этого процесса тоже. Вот. Я попробовал стрельнуть, кстати, максимально легкими пулями с маленькой юбкой. И даже здесь не проканало, так что 100% вам ее нужно раздушивать, эту винтовку. Ну, а так, в принципе, достаточно оригинальный дизайн. Интересное вот это вот решение с ложем, фиброоптические нити. Да и в целом винтовка неплохо собрана. Так что, если у вас какое-то категорическое отторжение наших винтовок, либо вы не хотите Hudson, думаю, данная винтовка будет неплохой альтернативой.